Здесь статья Contrasting Colors Living Up Your Work. То есть про контрастирующие цвета. Было бы интересно почитать. Я, наверное, себе сделаю тоже наметки. Вот смотрите, какое красивое можно украшение сделать. У кого руки не из того места, вернее, наоборот, с того места, тут раздолье фантазии. Что-то подсмотрел, бац, и вроде как свое. Вот. Тут столько разных веб-сайтов с украшениями. Я хотела отдать эти журналы в благотворительность или же подарить кому-нибудь, кто соображает в этом деле. Но теперь думаю, оставить себе, наверное. А вам так противно на меня смотреть с этими патчами? Смотрите, какая красота. Вау. Это ж кайф. Это что у нас? Art Glass and Supply. То есть это они продают специальные стеклянные цветы. Стеклянные цветы похожи на тебя, похожи на тебя. Что-то эта песня никто не знает, а я знаю. Я уже второй раз пою, только в разных обстоятельствах. О май гад, пиано кейборд, вот это мне надо. Смотрите, браслетик с клавиатурой. Прелесть. А это что? Галерея разных вот этих умельцев бижутерии. Господи, тут какой-то кладезь красивых адресов, вернее, адресов с классными украшениями. Какие кольца, май год. А это бусины такие продаются. Рузвельт, Коннектикут. Или вот. Слушайте, тут так здоровски. Вот смотрите, часики. Там еще микроскопические бабочки. Тут у нас Сваровские кристальчики. Я думаю, я до конца долистаю этот журнал, и мне как раз патчи надо уже будет снимать. Как говорится, не сиди без дела, Оля, сделай лучше клип. Чё сидишь, просто патчи на морду лица налепила? Делай дело. Вот, смотрите, какие классные серьги. А тут вот и браслетики, и какие-то всякие, как называется по-английски, charms. Я даже не знаю, как это по-русски. Charms. Такие маленькие для удачи. Тут еще цветочки. Это здесь у меня маникюрный набор, ха-ха. Тут столько всего, что я не знаю, когда это я закончу. Наверное, будет... Надо будет как-то открыть новую серию изготовления бижутерии. Когда только всем этим заниматься? Тут купить бижутерию уже не хочется, потому что слишком много всего. Смотрите, какая сумочка классная, винтажная. Или под винтаж. И тут все подробнейшим образом рассказано, как это делать, что да как. Господи. Вот. Так, дальше разные бусинки в стиле муранского стекла. И вот такие кристаллы желтенькие. Я тут уже патчи перелепила, потому что я решила, что вдруг здесь больше жидкости. И мне так больше пойдет. Ой, смотрите, вот такая красивая вещица. Я уже показываю, как попало. Зачем я связалась? Я думала, господи, быстренько так три журнала сразу покажу, а тут столько всяких интересностей. О, вот эти крученные бусы мне тоже нравятся.
Тут все показано, как иголочкой, ниточкой все это делаешь, господи. Или вот такой вот дизайн. Очень скромный, но со вкусом. Полностью там, видите, всякие там пинцеты, все это. Нет, это не для меня, точно. Я еще купить такое могу, но делать это для меня, какие надо нервы иметь. Ладно, нервы, ладно, это, а время и терпение, вот именно по окончанию продукта. Ой, какая красота! Это вы должны увидеть. Вот такая сумочка из бисера. Так, и вот тут показываются журналы. Боже мой, 4, а, книги за доллар. Вот можно выбрать. Но это было давно, в 2007. Сейчас, может быть, за доллар даже в Америке ничего не купишь. Хотя у них всегда все дешевле, чем в Канаде. Вот такие вот украшения. Так, я уже перелистываю, потому что неудобно листать стало. Ладно, тогда я сейчас это уже дело заканчиваю. Если что, мы к этому вернемся. Так. Журнал номер один. Типа, а-ля, просмотрели. А еще остается вот такой вот. И вот такой. А, по-моему, у меня есть еще где-то. Но дело в том, что я хочу быть минималистом, да, но как-то получается, я такие хорошие вещи с кучей информации не могу выкинуть. Вот что делать? Вопрос. Ладно, я, наверное, снимаю эти патчи. И заканчиваю переговоры. Скоро расплетусь и буду делать видео про парфюмы. Хотя парфюмы стали смотреть меньше, чем болталки. Как так? Ну, в общем, встретимся в следующем клипе. С вами была Silva Butterfly, серебряная бабочка. Пока-пока. Я полетела. Вы тоже так делаете? Все до последнего миллиграмма используете. Goodbye. Сумочка. Здесь вот можно подписаться, видите, под этот журнал. И куча-куча адресов. Я даже не знала, что столько украшений люди делают. И это частный бизнес такой. Вот такая красота. Ой, какая-то, смотрите, портрет леди внутри. Я заинтересовалась. Интересное кино. Господи, пока листала, немножко его поранила. Журнал, надо его склеить. Ну как, а мне кажется, у меня такое лицо стало розовенькое, такое классное. Лю-лю-лю-лю-лю.